Я Алена. Сегодня Хвост Ньюс на одной из главных пет-френдли вечеринок этого лета. Салон груминга Шелби празднует свой второй день рождения. Вокруг счастливые семьи, собаки и их владельцы. Профессиональные грумеры будут красить питомцам уши и хвостики. А совсем скоро начнется показ мод. Мы на Белорусской, в Фудмоле Депо. И мне здесь определенно нравится. Пойдемте скорее со всеми знакомиться. Вечеринка в честь года с открытия Shelby Grooming Salon. Каким этот год был вообще? Какие были трудности? Я не ожидала, что этот год пролетит настолько быстро. Мы столько всего нового узнали, столько у нас появилось друзей, постоянных клиентов. Каждый день о нас узнают все новые и новые. Что мы хотели, мы это получили. Мы хотели не просто груминг-салон, где помыл собаку, забрал и отвез домой. Мы хотели, чтобы это было все в формате большой-большой тусовки. Чтобы люди смогли смело просто к нам прийти, я не знаю, попить кофе, попить чай, чтобы собаки между собой пообщались. У нас на протяжении года хорошо работал детский садик, и думаем, что он будет расширяться, потому что собак действительно очень много. Мы наконец-то получили лицензию, и теперь у нас есть ветаптека, у нас есть ветеринар, и мы готовим кое-какой сюрприз еще. Поэтому Shelby Shop Grooming не остановится и будет развиваться дальше. И я думаю, что в ближайшее время мы обязательно об этом расскажем. Но пока мы все храним в секрете. Но это как и про этот салон. Если честно, мы за 3 недели тогда сделали ремонт. Мы сделали невозможное. И я думаю, что у нас неплохо получилось. И все вот ради нее. Из-за нее, ради нее. Она вот наша душа. Она вот наш мотиватор. Она наш маленький движок. Это очень мило, и я вас поздравляю с таким большим успехом. Вам понравилось организовывать pet-friendly вечеринки? С какими сложностями столкнулись? Кто помогал? Спонсоры, а другие организаторы? Ну, мы на протяжении всего года делаем вечеринки, но это самое масштабное. Мы столько количества собак и людей вообще не видели в депо. Просто не видели. Я шокирована даже до слез от того, что неужели столько людей любят все эти вечеринки, любят нас и пришли, не испугались погоды, хотя все знаем, что должен был быть дождь. Но я молилась всем богам, как я сегодня говорила, чтобы было солнце и, как видите, небо голубое. Какие трудности были? На самом деле все с легкостью. Потому что я, наверное, настолько очень легкий человек. Мы месяц готовились к этой вечеринке. Никаких сложностей прям таких нет. Спасибо огромное спонсорам. Спасибо Хвост Ньюс, Монжу, Ив Сен-Бернарду, Мнямсу и вообще всей Валте. Спасибо огромное, что вы с нами, что вы нас поверили когда-то. И я думаю, что мы с вами на долгие-долгие годы. Алина, здравствуйте. Я рада приветствовать вас на этом прекрасном мероприятии. Расскажите, это ваш первый раз и как зовут вашего верного спутника? Здравствуйте, спутницу Нала. Сразу скажу, это фильм «Король лев». Там у Симбы была девушка, это вот ее имя. Потому что очень многие спрашивают, типа, что это за имя, почему, кто там, вы же Симба. Ладно, отступаю. Нет, это второй мой визит. Первый визит был в сентябре того года, и, собственно, на следующий день я устроилась работать в Shelby. Я там проработала 7 месяцев, а сейчас пришла, зная, что год исполнился. Это замечательный салон с очень классными профессионалами, с огромным количеством атрибутики для собак. Я, в принципе, люблю такие мероприятия. Очень круто, что они проходят, очень круто, что очень много животных, пропаганда отношений к животным, любви, помощь приюту. Лучшая помощь, которую вы можете оказать, это помочь собачкам, не только вашим, но и другим.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете и что это за прекрасное чудо у вас на ручках? Здравствуйте, меня зовут Софья, я сегодня представляю фонд помощи бездомным животным Ника. И чудо на ручках – это наш подопечный Фил. Его сегодня можно либо забрать, либо взять под опеку себе. Таких собак у нас 800 штук. У нас есть 2 приюта, в которых они живут, и также у нас есть 300 кошек. И все эти подопечные ждут свой дом. Сегодня мы об этом активно рассказываем и также продаем нашу благотворительную продукцию. Это чудесно. Фил, скажи, пожалуйста, пару слов своему будущему владельцу, который прямо сейчас смотрит на тебя. Я самый спокойный щенок на свете. Мы желаем вам больших успехов и надеюсь, что каждый хвостик в вашем приюте найдет свой дом. А как вот вы в кинологической службе вот узнали о таком мероприятии? Везде подписаны, в сообществах очень интересуемся мероприятиями, ездим везде, путешествуем. Как зовут вашего спутника в сегодняшний вечер? Меня зовут Шанти. Шанти, здравствуйте, что вы скажете по поводу сегодняшнего вечера? Мне кажется, она растеряна немного. Как она относится к другим собакам? Вообще, она любит исключительно собак только своей породы. Вот я замечала, что она боится всех остальных, кроме как мальтипул. Посмотрят это видео, подпишутся на нашу страничку и будет следить за нашими анонсами, нашими новостями и в следующий раз обязательно посетит дог-пати, которая будет проходить летом через месяц. Я думаю, что мы с вами обязательно там увидимся. Ну что ж, я вас поздравляю с таким успешным мероприятием, с тем, что уже все подходит к завершению. Спасибо. Можно выдохнуть. Спасибо! Мы это сделали! Ура! Нам год!